Заповедная Мордовия выгорела на треть. Из 32 тысяч гектаров темниковских заповедных лесов огонь поглотил без малого 12 тысяч, оставил после себя пепелище. Пожарные борются за каждый квадратный метр, но огонь, подкрепляемый ветром, часто оказывается сильнее. Вот этот вот уголок мы отбивали минные толпы. Ну, 2 дня держали практически. А потом в ночь когда были. В остатках зеленой зоны еще живут звери, хотя скорее выживают. Эти кадры появились в официальном паблике заповедной Мордовии. Лосенок ищет укрытие. Встречный контролируемый отжиг, круглосуточная работа пожарных, спасателей, военных и добровольцев. Тушение авиации, конечно, сделали свое дело. Угрозы Сарову, Первомайску и другим близлежащим населенным пунктам нет. Пожар удается удерживать в границах заповедных лесов. Там по-прежнему горят 2 очага. В северо-западной части заповедника площадь активного горения на сегодняшний день составляет 0,25 гектар. Площадь, пройденная огнем, составляет 5950 гектар. Очаг на территории Краснослободского лесничества удалось локализовать. Пострадало 450 гектаров земель лесного фонда Мордовии. Тушить, проливать, закапывать и контролировать не перестают. По официальным данным регионального МЧС, в заповедной Мордовии сейчас работают 446 человек и 145 единиц техники. Напомним, что это, по сути, вторая волна пожара в темниковских лесах. Как поведет себя стихия? Непредсказуемо. Светлана Лашина, «Наши новости».